Приветствую вас. Так вот сходу я бы назвал потребность во внимании у вас неудовлетворенную очень сильно. Так вот сходу я назвал бы агрессию, ну аутоагрессию точнее сходу я бы назвал в качестве причины, да, то есть потребность отреагировать, потребность, значит, что-то сделать, да. Так бы сходу я назвал повышенное чувство ответственности ваше, которое вас тяготит, от которого вы хотите избежать. Также сходу я, наверное, сказал бы, что ну, вы вот целиком и полностью подчинены доктрине о том, что другие знают, что вам делать, как чего. Вот. И начинать, наверное, нужно вот с того момента, да, который вы очень хорошо, на мой взгляд, описали. Это то, что я учился на того, кем быть не хочу. Вот. Учусь, потому что своим самостоятельным решением боюсь все сломать и нарушить. Вот мне кажется, что это одна из ключевых фраз, скажем так, одна из ключевых проблем. То есть вы считаете ошибку чем-то неприемлемым, вы считаете ошибку чем-то ужасным, вы считаете ошибку тем, что быть не должно. И вы, ну, на мой взгляд, именно поэтому, именно из-за этого вы не развиваетесь. Потому что, ну, нельзя развиваться, в принципе, нельзя развиться, да, если не совершать ошибок, если не совершать самостоятельных действий и так далее. Вот. То есть вы боитесь ошибки, в этом, я полагаю, отчасти ответственны ваши родители, которые вам этих ошибок делать не позволяли и ругали вас за ошибки. Вот, и все соответственно, и вот отсюда такой момент, да? Вот, то есть работать нужно с отношением к ошибкам, это первое отношение к ошибкам. Второе, это проявление самости, то есть я, проявление, ну, собственного я. То есть, что я хочу, как я хочу и так далее. То есть работа над аутентичными чувствами, скажем так. Вот, это очень важная история также. Вот, работа по отдалению от родителей, вот, ну, значит, в частности, работа по отстранению от родителей, вот, значит, и с потребностью, значит, потребность во внимании, потребность в том, чтобы чувствовать себя значимой, вот это никуда не дел, не делась данная потребность. Вот. То есть мне кажется, что вот на эти моменты вам необходимо заострить свое внимание и в этом направлении также работать. Вот. Такой момент. А вот, в принципе, так. Что касается того, как и упражнения, я не думаю, что можно сейчас вести речь о каких-либо упражнениях для вас, вот, потому что, значит, ну, чтобы
детских добродетелей, нужно понять, что конкретно у вас, да, то есть, это навязчивость, ОКР, это возможно, но все равно нужно с вами поработать более подробно и помочь упражнения, тем более, значит, подобранные, ну вот так, да, вслепую, мне кажется не тем, что реально пойдет вам на пользу. Вот. Я, конечно, могу ошибаться здесь, вот, но мне так вот кажется. Такой момент, по крайней мере, так не видится эта ситуация. Вот. Пожалуй, наверное, все, больше добавить особо нечего, потому что, в принципе, все, что вы описываете, да, это вот одно и то же. Вот, ну, то есть, вот ваше описание, да, это одна и та же история, один и тот же момент. Вот. Мне так, опять же, видится, и могу только сказать, что вот, желая, чтобы случилось что-то плохое, да, вы тем самым, с одной стороны, проявляете вот потребность в этой самой агрессии, в отреагировании, вот. А это с одной стороны. А с другой стороны, вы отражаете как раз вот то, что вас, ну, беспокоит, условно говоря. Вот. То есть это вот все такие моменты, которые вам нужно обратить внимание, самое пристальное, вот. Потому что от них, собственно, ну, зависит то, как дальше будет складываться ваша жизнь. Вот. В принципе, наверное, все на этом. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. А я буду рад вам помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, если вы сделаете лучшим мой ответ. А я вам желаю всего самого доброго. Удачи и надеюсь, что ваша ситуация в скором времени разрешится.